За 10 месяцев текущего года бригадой врачей проекта «Маршрут здоровья» был осуществлен 21 выезд в 14 районов республики, сообщается на сайте Министерства здравоохранения Тувы. Специалисты обследовали около 7 тысяч пациентов, провели 557 маммографических исследований и более 1000 УЗИ. В результате обследований высокотехнологической медицинской помощи было направлено 5 пациентов, трое с пороком сердца, один с ишемической болезнью и один пациент с отслойкой сетчатки глаза. 114 пациентов были направлены на стационарное лечение в центральные районные больницы, 674 пациента на амбулаторное дообследование в различные медицинские учреждения республики. «24 ноября в Национальном музее состоится масштабное мероприятие «Гостиная этикета», посвященное приоритетному проекту Министерства культуры Тувы «Культурный человек, культурное общество». Мероприятие соберет под одной крышей все учреждения культуры, которые будут рассказывать об этикете, его важности и необходимости в наше время.